Всем приветики. У нас гости сидят, творчеством занимаются. Фредушка раскрашивает. Уже что-то нарисовывается. Вы рисовываете. А Гулька уже часа два сидит, наверное. Нет, что-то там пытается. Должен быть вот такой рисунок получиться. Ну, пазл. Должен такой собраться. Собраться и разобраться. Разобраться это 100%. Посмотрим, получится у них, нет. Поставили еще картошку с моркошкой на салатик. Ты куда собралась? На концерт? Эти две девочки собираются на улицу. Куколки играют пока. А Исламчик спит пока. Поставили варить яйца. Яйца у нас свои, домашние. Свои, куриные и домашние. Прежде чем ставить их варить, мы их помыли. Фредушка с Айгулькой тут салат нарезают. Мы с Айдаром съездили, собак накормили, курей накормили. И приехали. Привет! Да ты чё? Выключу свет! Сейчас выключу. Азарька с Исламчиком играет. Это вызвал, я первый. Ой. О, рассказывайте страшилки свои. Сделали салатик. Вот этот тазик был полный, прям вот так вот, почти до краев. И почти он уже ушел где-то за сколько? За полтора часа, наверное. Нет, полтора, нет. Меньше? За час. Фредушка так увлеклась уже, вон там. Если вот так посмотреть. Ой, тень. А, вот. Вот так уже появляется картина. Угадайте, что там нарисовано. А мы еще ходили сегодня на прогулку. Сейчас вам покажем это тоже. Приятного просмотра. И всем пока-пока. Всем спасибо за дружбу, за лайки, за комментарии. Всем пока. Алтан, держись!
Куда же они спрятались-то? Где же они? Где же я их слышу, но не вижу? Ку-ку! Сейчас вон медведи выйдут. Медведи выйдут сейчас. Сейчас медведи выйдут. Давай ножками, пошли ножками. Айда ножками, все.